Приветствую вас, дорогие друзья! Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать колокольчик, а мы начинаем! Ксения Собчак разозлила подписчиков и коллег по цеху своими резкими высказываниями. 38-летняя телеведущая заявила, что женщины после 40 выкладывают обнаженные фото от отчаяния. Ксения Собчак давно заметила, чем больше степень женского отчаяния, тем голее фотки. Причем если в 20 лет это смотрится просто как кокетливая демонстрация потенциальных достоинств, то в 40 это уже выглядит как отчаянный призыв «хоти, хоти меня скорее». «Если начну ежедневно оголяться разными неожиданными местами в сороковник, вы меня просто пристрелите, ладно?» 48-летняя Анита Цой к заявлению телеведущей отнеслась с долей иронии. «Анита Цой, надо ей автомат Калашникова дать, она сделает это ради популярности. Это же Ксюша». Певица отметила, что Собчак просто завидует, ведь ей нечем особо похвастаться. А телеведущий Александр Стриженов высказался еще жестче. Он обижен не только за свою 51-летнюю жену Екатерину, но и за женщин всей страны. Александр Стриженов, Собчак не надо было и в 20 оголяться. Девушки, оголяйтесь сколько хотите, хоть в 60, но следите за собой. Почему она себе позволяет такие гадости про других говорить? Может быть, потому что ей нечего показывать? Спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь. До встречи!